Вопрос. Что означает слово «макрух» и в чем разница между ним и харамом? Ответ. Хвала Аллаху. Макрух в арабском языке означает противоположность чему-то понравившемуся. Как термин в шариате, макрух означает все то, что Всевышний велел оставить, но не категорично. Можно сказать, что макрух – это то, что за осознанное оставление которого человек получит награду, но за совершение которого он не будет наказан. Что касается харама, то харам переводится как нечто запретное. В терминологии шариата харам означает все то, что Всевышний категорично велел оставить. Харам противоположен халялю, дозволенному. Человек будет вознагражден за отдаление от харама, если он оставляет его из-за подчинения Аллаху, а не из-за страха, застенчивости или неспособности совершить запретное. Если человек оставляет харам по последним трем причинам, то за это он не будет вознагражден. А Аллах знает лучше.